ошиблись в расчетах. Их было 500, а не 200, как нам сообщали. Кислакев, Аргамуш, весь второй батальон пулеметами духи зажали. Отсекли БТРы огнем РПГ. Два из них подорвались на минах. Залегли наши роты, припали к земле, и осколки плясали на спинах. Справа, слева здесь кто? Черт их всех разберет. Хуже нету такой заварухи. Из мечетей вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время 20:00, надо что-то решать. Скоро ночь, наши шансы урежет. Без колес и брони нам кольцо не прорвать. Они нас теперь не поддержат. Страха не было, только вселенская злость и расчет на везение любое. Я потом уже думал, а если б пришлось затыкать пулемет тот с собою, да, наверное, б смог, ошалев от тоски. Если смерть, так уж лучше с почетом. Только вдруг от реки до ушей долетел от реки так знакомый напев вертолета. А мы ведь знали, вертушки на базу ушли за высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, взорвался эфир баритоном охрипшим комбатом. И взметнулся распоротый носами мир, и в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час, все отмечено в справках и сводках. Астролей-вертолетчик, что вытащил нас, оказался моим одногодкой. Да к тому ж москвичом, эх, тесна же земля, побратаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засела в руке у меня, а его угораздило в ногу. Мы по капельке крови смешали в стакан и добавили спирта с водою. А начальник разведки, седой капитан, был при этом при всем домодою. Это диким покажется вам издали, боль с ума что ли там посходили. А мы традиции сами слагали свои, жаль, что нынче они позабыли. Мы потом не один еще выиграли бой, все мы жили боями в Афгане. Я в апреле в Россию вернулся живой, он сгорел в сентябре в Бадахшане. На гранитной плите между цифр тире и слова выполняю задание. Я сюда каждый год прихожу в сентябре с побратимом моим на свидание. Так теперь и живу, не боясь ничего, может быть, за себя, может быть, за него. Thank you.